Добрый вечер! Вы смотрите «Открытую студию». С вами Светлана Исаева. Сегодня мы говорим о новогодних аферах. У нас в гостях юрист Илья Смирнов, и он подскажет, как не попасться на удочку мошенников. Здравствуйте. Близится череда новогодних праздников. Время расслабляться. Значит, это плодотворная пора для аферистов, потому что бдительность у нас усыпает, если можно так выразиться. Предлагаю обозначить темы самых распространенных афер, которые проворачиваются в эту предновогоднюю пору. Так, ну, наверное, так скажем, назовем «Здравствуй, Дедушка Мороз» первую из афер. Это когда к вам в гости внезапно стучится Дедушка Мороз со Снегурочкой, вот, и говорит, что вот нас наняли ваши друзья-родственники, вот, типа, мы для ваших детей провести концерт пришли. Вот, нужно обязательно спросить, каких друзей, желательно позвонить им, узнать, реально ли они... И кто платит за Дедушку Мороза. Да, позвали их, вот, и нужно за ними следить, потому что, как правило, это аферисты могут оказаться, которые хотят ограбить вас. Вот всем интересно, каким образом это происходит. Когда по стандарту Снегурочка просит воды куда-то, отдаляется хозяйка, в это время происходит обследование квартиры. Ну да, что-то типа такого, либо, допустим, могут попроситься там в туалет, например, в ванну умыться. Вот. Бдительность как бы падает, человек не следит, ну уши, ладно. А на самом деле кто-то может что-то украсть. Вот. Ну, здесь лучше следи за ними, не оставлять одних в помещении. Вот. Ну, как сказал, лучше позвонить друзьям, знакомым, которые якобы заказали. И бывают еще такие случаи, что они могут, типа, случайно зайти. Типа, вот мы в соседней квартире проводили концерт, не нужно ли у вас. Таких нужно еще больше опасаться. Вот, потому что бывают случаи хищения после таких концертов. Весь подъезд будет без каких-то недочитательных предметов интерьера. Ну да, как правило. Вот. Ну, также бывают аферисты, которые ходят по квартирам, предлагают, допустим, купить какую-то вещь. Допустим, сейчас преддверии Нового года, какие-то вещи, которые там подарки для детей, для взрослых и так далее. Люди... Ну, почему бы не купить им подешевле, допустим. Со скидками. Со скидками, да. На самом деле, нужно лучше таких не впускать, как бы говорить через дверь, либо хотя бы выйти на лестничную площадку, вот, поинтересоваться, что за товар, почему такая цена, желательно погуглить. А лучше сказать, приходите на следующий день и до этого выясните о товаре. Потому что товар может оказаться, допустим, порядком дороже, чем он в реале есть. Либо, так же вот как в первом случае, человек приходит, показывает товар, отвлекает вас, допустим, его напарник может просто вас ограбить в этот момент. То есть по такой же схеме. То есть особо нужно опасаться людей, приходящих к нам вдвоем. Да. Втроем, такие как группы продавцов, либо аниматоров. Да, конечно, ну, в принципе, один человек тоже может это сделать. Вот. Также, ну, наверное, аккуратнее нужно осуществлять интернет-покупки. Вот. В интернете сейчас много всего, где можно расплатиться онлайн-картой. Вот. По таким лучше смотреть на такие моменты, переходит ли ссылка на другой сайт при оплате. Дальше, запрашивают ли пин-код вашей карты, потому что ни один сервис официально не запрашивает пин-код карты. То есть там нужен специальный код, которые есть на обороте карты. Пин-кода не нужно. Вот. А лучше всего заказывать курьером со ставкой и сразу непосредственно оплачивать такой товар. Вот. Также можно выделить интернет, смс-мошенничество. То есть зачастую там человек, допустим, положил в банкомате денежку на счет, ему сразу приходит, вы выиграли миллион. Вот. Отправьте смс-ку на такой-то номер. Вот, не нужно этого делать. Скорее спишется в миллион, чем вы что-то получите. Ну, не то чтобы миллион, такие смски будут платными. И, как правило, ну, такие номера рассчитаны, чтобы максимум денег выжать из человека. Как у него кончаются деньги на счету, сразу вам перестают приходить такие смски. Вот. Ну, кредитные мошенники часто также распространены. Вот. Бывают случаи,
Допустим, человек добросовестно взял кредит, оплатил его, все проценты, то есть никаких просрочек, ничего у него нету. Начинает на следующий день после вот погашения как бы задолженности звонить коллекторы, которые говорят, якобы вы нарушили правила, и вы вам должны. Нет, лучше проконсультироваться с юристом в таких ситуациях, чтобы избежать негативных моментов каких-то. Вот, ну, наверное, вот, в принципе, вот, самое распространенное вот рассказал. А есть ли категория людей, которые попадают в зону действия мошенников наиболее часто? Ну, на самом деле, наверное, сложно выделить. Попасть может каждый таким личностям. Ну, пожалуй, самые впечатлительные люди, они больше подвержены риску вот, попасться мошеннику, быть обманутым. Вот. На самом деле, если мошенник знает какую-то психологию человека, он может надавить как на какую-то больную точку, тем самым обмануть любого, в принципе, человека. У нас особый момент – это, как правило, жадность, наивность вот, и страх. Страх, допустим, на наступление каких-то последствий. То есть часто такие бывают аферы, звонят бабушкам, дедушкам, говорят, что ваш сын попал в беду, вот, и заплатите, пожалуйста, вот такую-то сумму, тогда все нормально будет. То есть готовы отдать последнее, лишь бы ничего не случилось. Лишь бы, да, ничего не случилось. Страх не обязательно же, говорю, за себя может быть, может за близких, родственников, друзей и так далее. В таких случаях, если приходит подобный смс, что с сыном, дочерью что-то случилось, как действовать в таких ситуациях? Ну, наверное, прежде начальник лучше позвонить, наверное, дочери или сыну и узнать, как у них дела. Потому что человек может вообще быть не в курсе, что с ним что-то случилось. Вот. В принципе, от этого уже и дальше отталкиваться. Бывают моменты, что недоступны, ну, попробовать позвонить друзьям, знакомым, там, родственникам каким-то, которые могут быть в курсе о местонахождении вот этого человека. Вот. В принципе, если и так не получается его найти, можно попробовать обзвонить больницы, полицию и узнать, происходили ли такие ситуации. Вот. В любом случае, то, что кто-то позвонит и скажет, если вот сейчас вы заплатите, я за мной это дело, то есть это в любом случае незаконно. То есть это стопроцентно уже пахнет аферизмом. Расскажи, какие самые неординарные случаи мошенничества тебе удалось встретить в уходящем году? В уходящем? Вот был случай недавно, у знакомого случилась беда. Пошел после работы, поздно уже вечером, в магазин, расплатился картой, приобрел там продукты, пошел домой. Вот, не доходя до дома, приходит ему смс, на вашем счету денег больше нет. Да, человек сразу, ну, подумал, что, ну, может, аферисты какие-то смс-ки присылают. Вот, на всякий случай начал смотреть по карманам, а кредитной карты-то и не оказалось. Вот, выходит, что в какой-то момент у него его вытащили просто. При этом, когда он, наверное, расплачивался в магазине, кто-то следил за ним и видел, как он будет пин-код. Ну, человека, совершившего вот это преступление, ну, на данный момент еще точно не нашли. Ну, не знаю, вряд ли получится, наверное. Потому что на камерах лица было не видно. Удивительный случай на самом деле. Ну, да. А вот в СМИ и на официальных сайтах регулярно появляются новости о мошенничествах, в том числе с банковскими картами, телефонными обманами. Но как объяснить тот факт, что жертв аферистов от этого меньше не становится? Вот сколько раз писали, допустим, о случаях обмана по телефону. И тем не менее, каждый раз находятся люди, кто продолжают перечислять средства, чтобы спасти родственников, попавшего в беду, либо переводить им просто средства на карту чужую. Вот, ну, в принципе, сейчас век цифровых технологий, как бы сейчас все переходят на безналичный расчет. То есть людей, которые сомневаются, как правильно снять деньги, допустим, меньше-то не становится. То есть таких людей, ну, просто люди, наверное, следят, аферисты в банках стоят, у банкоматов, смотрят, что человек не уверен в себе. Почему бы его не обмануть? То есть, чтобы защититься от аферистов, важно
Хотя бы внешне демонстрировать верность. Да, конечно. Человек, который боится, что его обманут, как правило, и будет обманут. То есть здесь на самом деле мистики никакой нет. Просто визуально заметно человека, который просто не уверен, и которого так и хочется что-то, допустим, выморщить лишний раз. Ну, человек, который занимается, как правило, вот, аферами, так сказать, да, мошенничеством, он человек опытный, при этом он может, наверное, увидеть человека насквозь, надавить на больные точки, ну, и совершить тем самым это преступление. Угу. И иногда о том, что попали в лапы злоумышленника, мы узнаем не сразу. Как же действовать, чтобы не упустить время, и когда оно все-таки упущено? Угу. Ну, когда время упущено, наверное, нужно первоначально обратиться в полицию с заявлением, что у вас что-то украли, вас обманули и так далее. Вот. На стадии, когда вы начинаете подозревать, что вас начинают обманывать, ну, лучше перепроверить всю информацию, которую вы получаете от афериста или от лица, которого вы думаете, что он аферист. Вот. Как-то прогуглить, проконсультироваться в интернете, ну, у юристов в интернете почитать, что пишут газеты, СМИ. Вот. В любом случае, любую информацию сейчас можно найти. Если вы сомневаетесь, ну, прямая дорога к юристу, консультируйтесь. Вам человек подскажет, что вас, скорее всего, тут обманут. Либо здесь все чисто, в принципе, без всяких проблем. Вот, если есть какая-то нотка сомнения, лучше выяснить все. Вот есть некий скептиц, мол, смысла нет писать какие-либо заявления в полицию, все равно аферистов не найдут, зря потратят время, силы. В чем ошибочность такой позиции? Ну, прежде всего, по-любому надо идти и писать заявление. Раз вас обманули, скорее всего, вы такой не один. Поэтому при совокупности заявлений у каждого преступления как имеются свои признаки. Вот, преступник все равно какие-то оставляет следы, вот, и совокупность вот этих признаков может привести к раскрытию вот этого преступления, тем самым справедливость восторжествует. А если человек будет сидеть, ой, бесполезно обращаться, так, конечно, никакой справедливости не будет. То есть дело просто в нас самих. Чем мы инициативнее, тем больше вероятность, что дело раскроется. Да, конечно. Какие новые виды мошенничества появились в этом году? В этом году, наверное, сложно что-то выделить нового. Проще сказать о распространенных самых. Ну, это СМС-мошенничество, интернет-мошенничество и, наверное, мошенничество в сфере кредитных отношений. Это вот по Костромской области, наверное, самое распространенное. Вот они что из себя представляют? Ну, СМС-мошенничество, как говорил ранее, это вот приходят СМС-ки, вы выиграли там миллион, как правило, или что-то подобное. Вот, вы начинаете отправлять смс-ки, отвечать на вопросы, тем самым у вас пропадают деньги. Угу. Вот, ну, интернет-мошенники – это какие-то рекламы. Рекламы, допустим, чересчур дешевых каких-то товаров или услуг. Вот. В принципе, когда вы оплатите деньги, уже получится так, что человека, кто типа, хотел вам оказать услугу, уже не будет. То есть деньги куда-то улетят, тем самым вас обманут. Вот. Сфера кредитных отношений, ну, в Уголовном кодексе эта статья появилась совсем недавно. Вот. В чем она заключается? Допустим, в предоставлении банком заведомо ложной информации о человеке, который хочет взять кредит. Вот. Зачастую люди указывают место работы, допустим, неверно. Подделывают справку о доходах, тем самым берут кредит, и они не способны выплатить его. Вот. Это сейчас уголовно наказуемо. Дальше очень часто вот у нас по области, как оказалось, в сфере материнского капитала происходило очень много мошенничества. То есть люди обращались в кредитные компании, которые выдавали займы на приобретение вот этих объектов недвижимости для улучшения жилищных условий. Фирма как бы проводила процедуру сделки, сделка совершалась, потом как при передаче документов в пенсионный фонд выяснялось, что либо таких объектов нет вовсе, либо не имели права это продавать, либо...
Либо одну квартиру умудряются некоторые несколько раз продать разным клиентам. Раз про это хотел сказать. Да, такое тоже у нас было на территории Костромской области. Поэтому бдительность не стоит терять никогда. Да, конечно. И самое любопытное мошенничество, которое раскрывать доводилось вам? Ну, тут как раз вот в сфере материнского капитала. То есть был, наверное, в середине вот этого года случай, что девушка обратилась в кредитную компанию, вот, представителем которой я являюсь. Вот, предоставила фотографии объекта, справку, что объект не признавался аварийным. То есть мы рассмотрели на основании этих документов заявку, предоставили ей займ на приобретение вот этого жилья. Когда она сдалась в пенсионный фонд, оказалось, что на фотографиях совсем другой объект. Вот, и справка, которая вот говорила, что этот объект не аварийный, была подделана. Вот, то есть сейчас уголовное дело по Костромской области заведено, куда в принципе попали подобные случаи. То есть это не единичный случай по области. Вот, и сейчас вот в рамках расследования идет, ну, уже в любом случае люди будут наказаны. Справедливость восторжествует. Да, уже в этом случае точно, потому что мошенники установлены. А какие ваши рекомендации, как самому быть на шаг впереди умыслов злоумышленников? Ну, наверное, стоит начать с изучения вообще вот этой темы, то есть смотреть там передачи, читать СМИ какие-то, в интернете смотреть, какие виды мошенничества, в принципе, существуют, какие появляются. То есть в интернете, в принципе, это моментально появляется, и мошенникам долго не удается держать вот эти свои схемы как бы в тайне, все равно это вскрывается. То есть нужно изучать это, знать, с какой стороны тебя могут обмануть. В принципе, будет все хорошо. При подписании документов обязательно стоит их лишний раз прочитать. Вот, потому что всегда бывают какие-то нюансы, которые могут быть мелким шрифтом, могут просто быть ссылочными на другие, там, допустим, на сайты какие-то, где сказано, что вот в случае невыполнения требований вы будете должны не сумму, которая указана в договоре, а совсем другую, например. Также, ну, лучше консультироваться по договорам с юристом, вот, если сами не уверены. Вот, что касается, наверное, СМС, мошенничества, лучше на такие СМСки вообще не отвечать, не ждать у моря погоды, что вы там, будет какая-то халява. Вот, халявы в этом мире, наверное, все-таки не бывает, за все нужно платить. Вот, ну, прежде всего, самим, наверное, нужно не стараться кого-то обманывать. Вот. Наверное, самое важное. И не бояться быть обманутым. Потому что человек, который боится, что его обманут, он будет обманут. Это психология, наверное. Человек сам себя программирует. Вот, пожалуй, хватит. Спасибо, Илья. Сегодня мы рассказали, как не попасться на удочку злоумышленников. И теперь вы точно знаете, всегда будьте начеку. А помогал нам, рассказывал о самых невероятных схемах юрист Илья Смирнов. Вы смотрели «Открытую студию». Увидимся в новом году.